Окей, let's start. Давайте начнем. Итак, ребят, мы с вами остановились на том, что, да, Джеронимо Стилтон и его семья, они переместились во времени в Древний Рим, и вот сейчас с ними происходит новое путешествие, да, и вот последнее, вот то, что они спасли мышку, да, богатую такую, и вот ее муж хочет их отблагодарить и пригласил к себе в дом, да, и мы посмотрели и почитали, с чего состоял дом, красивый такой, да, большой, и что там в нем было. Ну и сейчас продолжим с вами читать. Мы с вами остановились на страничке 76 уже, ребята. I shook my snout. Вот отсюда. Ну так, у кого номер 1? Let's start. Давайте начнем. I shook my snout, and now numble Maucilianus civis Romanusum, I come from Ostia and luckily Pompeia interrupted my dear husband. Let's have a banquet to celebrate my escape, and thanks this brave mice. Sarsum cordam well lodged on a comfortable couches. Так, окей, let's translate this piece. Давай переведем этот кусочек. И вот здесь, да, у нас там, где слова, здесь было на латине написано, да, вот две звездочки, одна звездочка, вот здесь на английском идет толкование, да, что это обозначает. Окей, let's translate. Можно, пожалуйста, вы мне немножко поможете? Конечно, без проблем. I shook. Я покачал my nose. Я покачал... Тут, наверное, будет как head больше. Head, как головой, да? С мордочкой. Я покачал своей головой. Noble Maucilius. Да, известный Маусилиниус. Маусилиниус – это имя... Известный Маусилиниус. Ага, вот теперь здесь смотрим. Сивис Романусом. Вот две звездочки внизу. Что здесь написано? I am a Roman citizen. Угу, что он говорит? Я... Citizen – это житель. Рима, да? Rome, Рима. Угу. I come from Ostia and... Угу. Я пришел... Угу. Остия – это город, да, там вот Остия, я родом с Остии. Я пришел из Остии и... Угу. Лакли, к счастью. И к счастью... Помпея – это имя, да, его жены, которую они спасли, да, ребята, помните? Interrupted – перебила, да, перебила его, interrupt. Угу. My dear husband. Мой дорогой муж, давай сделаем банкет, чтобы отпраздновать мое спасение и поблагодарить this brave mice этих
этих смелых, смелых мышей. Мышей. Так, теперь смотрим три звездочки. Это вот здесь. Lift up your hearts. Да, вот sorsum corda. Тут написано, да? Lift up your hearts. Да. Да, то есть, как мы говорим, cheers, да, как ура, потому что если дословно, тогда взять, потянуть свои сердца, да, то есть cheers. Нас как давайте праздновать будем, да, вот. И устроим такой банкет и поблагодарим вот этих вот мышек и спасения. We all lounge on comfortable couches. Мы все развалились, да? Развалились в комфорте. В диванчиках, да? То есть развалились, улеглись. На комфортном диванчике. На диванчиках, да, вот так вот. Видите, сейчас там на картинке будет. Thank you very much. Большое спасибо. У кого номер два, нам прочитают вот, вот это вот, что у нас написано про Barbarian. Можно, пожалуйста, моя сестра тоже почитает? А, вот, отлично. Один номерок. А, ну все, тогда можно сестра вопрос? Продолжает. Да, может там читать можно, здесь про Barbarian. Можно сказать кое-что? Можешь? Слушай, да-да. Просто я тут кое-что заметил. У некоторых мышей здесь, в Римской империи, начало, имя заканчивается на букву УС. Допустим, видите, да, почему у нас потому тоже что Джеронимус ставился, потому что Джеронимус представился как Джеронимус Тилтонус. Потому что реально, их не да, эти как такие, как итальянские как фамилии, да, имена. Джеронимус Тилтон. Значит, заканчивается тут. Совершенно верно. Вот видите, да. И вот здесь вот, чтобы быть похоже, была у них фамилия, как были в то время. Так, ну давайте читать. Barbarians and citizens, да? Кто такие у нас barbarians? Это варвары, да, можно так сказать. И The term barbarian can mean some on someone when is an civilized, uncivilized, uncultured, cultured, or a foreigner. Foreigner in the Roman territory, many barbarians with lesser rights lived alongside, все правильно читаешь, very good. The Kivas Romani, Roman citizens, being a Roman citizen with a privilege and a reason to be proud. Proud, very good. Okay, let's translate. Давай переведем. А что вы мне поможете? Конечно. Barbarians and citizens. Да, barbarians это как у нас варвары или иностранцы, и citizens это жители, да, жители города. The term. Они... Термин, да, термин. Barbarians, да, вот варвары. Can mean someone. Can mean. Can. Может обозначать someone.
Смелость. Someone. Кого-то, да? Who is uncivilized? Кто не цивилизован, да? То есть как варвар, да? То есть uncultured. Не куль. Не, ту... не культурно. Or a foreigner. Или иностранец. Или иностранец. Так. In the Roman territory. На римской территории. Территории. Many barbarians. Многие, да, вот эти вот иностранцы или варвары. With less rights. У них было меньше прав, да? Да. And lived alongside the Roman citizens, да? И они жили как бы в стороне от жителей Рома, да? Be Roman citizen. Быть кем? Roman. Римлянин was a privilege. Было привилегией, да? And a reason to be proud. И reason. Что такое reason? Знаем? Reason. Нет. И причина to be proud, гордиться, да? То есть, ребята, если вот вы был citizen, да, гражданином, да, Рима, то это была как бы привилегия, и вот люди гордились, да, этим, вот так вот. Так, thank you very much, большое спасибо, very good reading. Так, and let's continue, давайте продолжать, очень много приключений ждем. У меня вопрос еще раз. Да, Адит, вопрос, да, продолжаем, чтобы все успели почитать, да, пожалуйста. Да, а чем отличается villagers от этих, ну, то, что сейчас было, эти, ну, как нам, ну. Barbarians? Нет, citizen. Citizen это гражданин, да, то есть как вот гражданин какого-то города, то есть там, где он родился, вырос, живет. И вот это гражданин. А гражданин, а villager, это житель, это деревня. Житель. Житель, да, ну то есть барбариан тоже может жителем, тоже может жить там, но не считаться гражданином того или иного государства. Ну, очень понятно. Как иностранцы, да, то есть смотрите, как сказать, если, допустим, у вас есть паспорт, да, вот, в наше время, да, вот вы там гражданин такой-то страны, а если кто-то другой приезжает, он иностранец, у него нету паспорта этой страны, у него паспорт другой страны, да, ну вот как-то так в те времена. Ну, в общем, понятно, спасибо. Окей. Вот, видите, как они разляглись на таких софах, такие вот, видите, полудиванчики были, вот смотрите, какой дом, это их столовая, да, вот картинки. Это их семья, значит? Нет, это, видите, прислуха. Видите, они приносят им еду здесь. Это вот, там ребенок был. Кувшинчики. Сейчас будем читать. Вот, видите, Джеронимо Стилтон, Трэп. А вот это вот семья, да, наверное, так. Now we will read and find out. Сейчас прочитаем с вами и узнаем. Итак, у кого номерок 2? Давайте будет продолжать нам. Номерок 2 у кого? It felt so good to put my paws up. A lot of delicious food, including sweet, juicy food served on a gold and silver platter. They were poured in metal and terracotta cups. There were so many strange foods to try, and luckily they were all whiskey licking good, too, not as cheesy as I would have liked. Stop. Very good. Stop. Very good. Let's translate. Давайте переводить. Very good. Let's translate. Это было очень хорошо, что я поставил. Очень хорошо чувствовать, что я поставил мои лапы наверх. Да, отдохнуть. Помните, у него болели они. Быстрые, как его... Официанты, да? Можно так сказать, servants, или даже как прислуга, быстрая прислуга в данном случае, да, в доме не официант, прислуга. Быстрые официанты принесли нам очень вкусных и вкусных еду. Очень много вкусных. Еды, так. Еды. Ну. Которая включала, что там было? Которая включалась
Сладости. Sweet juice fruits. Сладкие, сочные. Соки. Фрукты. Да, не, juice это сок бы был, а juice это такие сочные. Фрукты, которые они приносили в золотых и серебряных тарелках, да, такие? Да. Они налили там напитки в металлическом терракота. Терракота такие, как глиновые такие, да, красная глина. Угу. Так, стаканы, так. Там было очень много странных еды, чтобы попробовать. И счастье, они все были... Счастье. Они все были очень вкусные. Угу. Да, лекари, даже облизываться можно усы, можно, да, как мы говорим, проглотить язык, такие вкусные были, так. Ну, не очень сырный, как я любил. Угу. Так, thank you very much, большое спасибо. У кого номер три, давайте посмотрим, что там еще было вкусного такого. We add soft bolich eggs in pine nut sauce, roast wild boar, boiled ostrich and fried whale, trap sighed happily, rubbing his belly. My favorite part is how everyone eats what with where paws here. Very good. Translate and then you will continue. Так, давайте перейдем, ты нам еще немножко прочитаешь дальше, да? Вот здесь картинка как раз. Так. Soft boiled egg. Мы съели, да? Мягко отваренные eggs. Мягкие отваренные eggs. Яйца. Так, in pine nut sauce. Да. Пайнат вареховый. Это кедровый, да? Да, кедровые орешки такой, да? Соус в кедровом соусе. Стейк был... Roasted wild boar, да? Как мы говорим, зажаренный дикий кабанчик был, да? Как Астерикс и Обеликс, знаете, Обеликс любил кушать баранчиков таких. Boiled ostrich. Болт, я не знаю, но устрица. Болт это вареный, но устрица. Вареные устрицы и соленые. Но фрайт, жареный. Жареные. Вил это телятина, да? Жареная телятина. Да. Трап был веселый. Так, вздохнул весело, так. Трап вздохнул весело. Рабин, да? Потирая. Потирая его белли. Белли, да, что такое белли? Когда вкусно покушаешь, что потираешь? А, живот, наверное. Да, вот, живот. Потирая его живот. Моя любимая еда. Ну, I like, да, больше всего мне нравится, что все едят with their hands, paws, да, со своими. Больше всего мне нравится, что все едят со своими... А вот смотрите, чем они все едят? Со своими руками здесь. Да, то есть ложек, вилок нет, да, руками, да, very good. Только ostrich, ребята, это страус, да, такая птичка большая, ostrich, страус. Вот так. прикольно, что они просто... Вы же сказали, я еще дальше. Да, you will continue to read. Сейчас мы рассмотрим картинки. Ложек вообще не было. Вот, видите, когда они руками тут едят. Так, please continue a little bit more still here. I sighed looking at my messy paws. Unfortunately, they don't seem to have invented humpings yet. Thank you very much. Translate, please. No napkins at that time. Okay, please translate. Я видел. Я вздохнул, да? Looking, смотря. Я вздохнул, смотря на мои грязные носки. Руки, да? Лапки. Пауз, да. Unfortunately, к сожалению.
сожалению, они, я видел, что они... Да, они еще не изобрели. Они еще не изобрели napkins. Салфетки, да, napkins, салфетки. А, влажные салфетки. Ну, да, видите, да, в то время не было, видите, так руками. Так, thank you very much, большое спасибо. У кого номерок 4 или 3? Я уже запуталась. 4. 4, вот, видите, вы мне подскажете. 4, давайте, trap, sneaker. У кого 4? Елена, давайте. Я все... Елена, четвертый номер будете читать? Отошла. Давайте, да? Значит, давай пятый, а потом да, четвертый. Давайте, у кого пятый? Я тут. Я пятый. Давайте. Окей. Grab sneaker and turn it to me. Do you want me? Mind? Mind if I just wear my paws? Where on your toga? Stop, I you. Help. You. That girl in scene of man was always causing trouble. Trouble. Mm-hmm. A strap coin. It. Yeah. I handed him a golden basin filled with water and a rose petals. Take the basin, I said. Stop, very good, stop, very good. Let's translate. Давай переведем этот кусочек. Yes, давай сюда. Давай. Trap sneaker and turn to me. Toga. Trap, да, это имя его, ухмыльнулся, то есть захихикал. И что, turn to me? Сказал мне. И повернулся, да, ко мне. Do you mind if I just wipe my paws here on your toga? Ты не возражаешь, если if I если я wipe, вытру my paws, my hands, мои руки, так, on your dress, on your toga, твою одежду. Да, твою одежду. Ну, какой, абсолютно не хочет. Только Джеронимо Стилтон. Stop, I yell. Остановись, я сказал. Uh-huh. That cousin of mine was always causing trouble. Это мой? Uh-huh. Двоюродный брат, да? Брат. Что this... делал? Uh-huh. Trouble. Проблемы, да, всегда делал какие-то проблемы. As Pratt continued eating, это кушает. Да, вот трэп продолжал кушать. I handed him, I gave him. Я помою. Я дал ему, да, a golden basin. Вот смотри, вот на картинке golden. Давайте суп. Да, золотая вот такая вот мысочка. Filled with water. Что там внутри было? Water. Вода. Да, наполнена водой. With rose petals. Rose. Petals — это лепесточки. С лепесточками чего? Rose. Ну, на лепестки. Розы, да? То есть вот видите, вот такая вот была мисочка золотая, в ней была водичка с лепестками розы. Take this basin, I said. Я сказал, помой руки. Да, он ему сказал, он ему не сказал помой руки, он говорит, возьми вот эту вот мисочку, да, возьми вот эту золотую вот такую вот, как тазик, да, или мисочку.
Но он не сказал ему «помой руки», да? Потому что Трэп сейчас делает что-то другое. И сейчас мы узнаем, что. Номер 4 вернулся? Или мы продолжаем дальше? 4 с нами или нет? Нет? Нету, да? Ну, давайте номер 6 тогда. Вернемся попозже еще к 4. He drank. Ребят, у кого номер 6? Есть ставим номер 6? Данил, шестой номер, давай. Давай, Данил. He drank. Мне что-то не слышно, ребят. Или только мне не слышно, или всем не слышно. Данил, с нами? Не слышно. Да, не слышно. То есть шестой номер тоже не с нами, да? Идем дальше. Четвертого нет, шестого нет, да, пока? Давайте продолжать. Седьмой номер. Потом вернемся. Седьмой есть? Да, есть. Давай. He drank. Вот здесь. And like he licked. His lips sank that delicious, да? Просто такой шрифт. That's delicious. What are you doing? Здравствуйте. I. Я произношу. I squeaked. I squeaked. Very good. Давай переведем, и дальше ты продолжишь читать и переводить, так, чтобы мы на страничку-то не возвращались. I drank, he drank the water. Что он сделал? He drank the water. Он пил воду. Он выпил воду с этими лепестками, да? And licked his lips. И облизнул lips. И облизнул губы. Да. Thanks, that's delicious. Спасибо. Это вкусно. Вкусно. What are you doing? I squeak. Что ты делаешь? Я пропищал, да? Так. Пропищал. Так, continue, продолжай нам читать по картинке, да, одну картинку читаешь и переводишь, да, мы дальше пойдем, посмотрим. Первое, что случилось? Everyone is with the bow thing. Sigh, так, let's translate, sigh. Everyone. Едят. Да, все едят. С чем? Вот. Hands off. Все едят с кепчиком. Ру. Ну, туда пауз, hands, да, руками, да, похож на кетчуп, но едят руками, и грязные такие руки, как в кетчупе, да. Вот, все едят руками. Ах, вздыхает Джеронимо. Дальше. Что случилось? Number two. Can you read for us? Can I wipe my paws here? Stop. Так, let's translate. Can I wipe my paws here? Что говорит рэп? Можно? Можно. Я, да, вытру. Вытру у вас руки. Да, стоп. Стоп. Да, остановись, закричал им Джеронимо. Я в свою, видите, не вытирает. Того, а вот от Джеронимо. Так, дальше что случилось? Ям.
I search. А вот здесь number three, да? Номер три, номер три. Yum. А, номер... Take the passing. Take the passing, так. Что у нас говорит рэп? Yummy, yummy. Delicious. Возьми вилку. Да, ну, наверное, не вилку, да, вот эту вот мисочку, да, она говорит, вкусно, вкусно, а что он говорит, возьми, пожалуйста, вот мисочку с этими лепесточками роуз. И что тут делает у нас трэп? Delicious. Да, what are you doing? Delicious. Делаешь. Вкусно, да. Она говорит, что ты делаешь? Дальше что случилось? I thought. I thought it was to drink. No. No, no, no. Что она говорит? I thought, я думал, it was to drink. Да. Пить. Да, что-то для того, чтобы пить. No, no, no. Нет, нет, нет. Burp. Burp. How rude. Oh, how rude. How rude. How rude. Да, burp, это отрыжка, да, у него пошла отрыжка. И что говорит Джеронимо? How rude. Как грубо, да, как неприлично так делать, да, когда много людей вот так сидит, и они в гостях. Так, thank you very much, большое спасибо, давайте продолжать. Номер 4 к нам вернулся? Да, я вернулся. 6 вернулся. А, 4 нет, да? Ну, давайте, хорошо, давайте 6 и потом будем продолжать. What? Давай, Даня. What? Хорошо. What? What? Trap asked innocently. I thought you'd gotten me something to drink. I sighted and rolled my eyes. No, 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 it's for washing your paws. Trap burped. It even helped me digest. Digest. I shook my head. In disgust, how rude, the food kept coming for hours and hours. Finally, dessert arrived, a walnut and fig cake. Yum, I was so full, I could barely move. Stop. Very good. Stop. Very good. Let's translate. Давай переведем этот кусочек. Что? Трап сказал несчастный. Невинно. Да, innocent. Невинно. Что? Не видно. Я подумал, что ты мне прихватил что-нибудь попить. Я вздохнул и... Закатил. И закатил мои глаза. No. Нет, нет, нет. Это чтобы ты помыл руки. Ага, ребят, видите, то есть эта водичка с лепестками роз была для того, чтобы помыть ручки, а не пить. А трэп ее выпился, да? Трэп за... Бёрп это как отрыжка, да, когда там делают такой звук? Трэп сделала отрыжку. У трэпа началась отрыжка. Да, ты говоришь, что it even help me digest. Это больше не поможет мне digest. Это помогло мне даже, да, лучше это переварить помогло. Мою пищу, да, это вот эта водичка помогло. С лепестками. Это лучше мне помогло переварить мне пищу. Я покачал моей головой и сказал,
и рассуждают для вас. Как сказал? В отвращении, да? Покачал голову и сказал в отвращении. How rude. Ой, как некультурно. Да. Еда, хорошо. Еда да, была... Еду, что приносили, да, еще? For hours and hours. Час за час. Наконец-то десерт пришел. Вальнут и фиг. Но вальнут – это, да, грецкий орех. Грецкий орех и... Инжир – это фрукт такой, да? Кей. Ореховый инжировый. Вкуснотейший. Я был наеденным. Да. Не мог больше подвигаться. Да, еле-еле мог двигаться. Thank you very much. Большое спасибо. Вот это, вот видите, еда, приносили еду на протяжении часов. Есть, так наели, что даже уже не могли двигаться мышатам. Вот это вот у них обед так удался. Так, номер 4 к нам пришел или нет? Нет, не пришел. Не пришел. Тогда продолжаем. Номер 8 у кого? Так, Лакли. Костя, по-моему, 8. Костя. Давай. Лакли. Костя, ты будешь читать? Да. Давай, Лакли. Вот здесь, да? Лакли. Мосилианус инвитет. Us to stay with the what night. We very grateful. It's always nice always to make new friends. New friends. Who new friends. Mm-hmm. What what us the next day. I found one was too tired. Tired? Tired to worry about it. As soon as my son with the pillow. Yeah, exactly. Thank you very much. Let's translate. Давай переведем. Very good. Luckily. К счастью. Мосилианус, да, это не переводится. К счастью, он... Мосилианус, это имя, да, мужа этой девушки, которую они спасли. Invited. Что сделал? Мосилианус. Пригласил us. Пригласил на пирог. Не, нас to stay. Остаться with them at night. Остаться на ночь. Да, на ночь в их доме остаться. We were all grateful. Мы были grateful, это благодарны, да, счастливы, они были благодарны. Мы были счастливы. It's always nice to make new friends. Всегда nice, как это nice? Я спокоен. Не, да, всегда хорошо. Я счастлив, я рад познакомиться с новыми друзьями. Да, то есть завести новых друзей, это всегда счастье. Так, who knew? What awaited us the next day? А что случилось на следующий день? Да, кто знает, что случится на следующий день? Mm-hmm. I for one. Я был один. Was too tired. Был храпящим. Я был очень уставшим, Стало. Да? To worry да. about it, чтобы волноваться. И что случилось? As soon as my snout hit the pillow, his head. Я спал. Да, как только положил голову на подушку,
Вот сразу вот так, да, вот спал, даже захрапел, да, вот такие. Да. Вот. Thank you very much. А смотрите, какая у него кровать, какие у него подушки, и живот, смотрите, какой наеденный. Хороший был у них обед, хороший. Так, thank you very much, большое спасибо. У кого номерок 9, да, начинает нам новую главу. I'll give you a thermal bath, да, пойдем в термальную бане, пойдем в бане, да, в ванные. Итак, номер 9 у кого, давайте начинать. The next morning. Жорик, номер 9, будете читать? Нет, я не буду. Я Жорик, не просил не номерок. Подождите, а седьмой он же не... Так, значит, девятый не читать. Десятый, ребят, есть десятый номерок? The next morning. Десятый вышел, наверное. Давайте вот одиннадцатый есть. Одиннадцатый, давайте одиннадцатый. The next morning. Фатима, 11, будете читать? Да. Нет? Давай. The next morning. The next morning, while my family was still sleeping, Mom's lens sent for me. Dear journalist, I would like you to accompany me to my favorite dinner, he said with a smile. We are going to the most luxurious establishment in the city, Carpe Diem. Okay. When we reached the thermal baths, I looked around and sat happily. The thermal Very good, sorry, here, very good, let's translate, давай переведем, very good, read. Утро, пока моя семья еще спала, моя селенка мне прислала, что дорогой Дженеримус, я бы полюбил тебя, чтобы... Я бы с радостью, да, я бы обрадовалась, если бы ты составил мне... компанию на мою любимую. А вот теперь смотрим звездочка. Оп, внизу, что такое это у нас? Thermal bath. Тепло, да, термальные ванны, да, то есть там, где разные, ну, сейчас мы узнаем, что это, да, как сауна, ванная, термальная. Он сказал, с улыбкой он мне сказал, мы собираемся делать много... Мы собираемся в самое, да, такое, luxury, это как бы самое дорогое, самое лучшее. Самое заведение в городе. Угу. Carpe Diem, теперь смотрим вниз. Seize the day. Да, это то есть будет у нас захватывающий день, да, с пользой, красивый, хороший день будет. Проведем с пользой и хорошо. Так. When we reached. Когда мы дошли, да, прибыли. Когда мы дошли до термальных ванн, так. Мы посмотрели вокруг и выглядели очень счастливо. Да, так, сейчас посмотрим, ребят, что там, счастливо будет, хорошо или нехорошо будет. Thank you very much, большое спасибо. Номер 10 вернулся к нам. Нет? Нет. 12-й. Есть у нас 12-й? 12-й. Пользователь Zoom 12-й. Будете читать? The thermal bath. И вот. Будем вот. Да. Давай. Я синеньким выделила, если видно. Давай. Да. А он что-то не слышит нас. А, не слышит, не? 12, не слышно. Нет, он есть, но его не слышно. 12, да? Нет, не будет читать 12 или будет? Не отзывается. Давай не отзывается. 13, давайте 13. The thermal baths were all about cleanest and... Hygiene, a place where most Romans went every day.
I really thought I'd finally get a chance to relax. Oh, how wrong I was. As we entered, I admired the great marble rooms, decorated with mosaics and frescoes. Some pools were very hot, and other were cold. There were sounds and the steam baths, grooms and gyms and many different beauty treatments to try. To my surprise, there were even libraries. Libraries? Cheese niblets. This way, my kind of place. Yeah, this was my kind of place. Very good. Let's translate. Давай переведем. Так. Термальные банны были очень чистые. Да. Угу. И... Hygiene, да, это какие у нас... Гигиеничные, да, то есть очень чистые. Это место, где было много романсов. Нет, романс это римляне, да, где большинство римлян, куда ходили большинство римлян каждый день. Угу. Я действительно думал, что это шанс, чтобы отдохнуть. Да. Как же я ошибался. Так, когда мы зашли, я... Восхищался? Я восхищался крутыми... Марбл. Это у нас камень, сейчас скажу, марбл, мрамор. Мраморными комнатами, декоративными. Декоративные, украшены, да, которые были украшены. Украшены мозаиками и... Фресками. Фресками. Некоторые бассейны были горячие, некоторые холодные. Так, здесь были сауны. Угу. Паровые. Паровые ванны. Гум это... Джеймс, это спортзал. Спортзал. И много других штук. Да, процедур таких для красоты, которые можно try, попробовать. Угу. К моему удивлению, тут были библиотеки. Угу. Сырные крошки. И это путь. Это мое место, да? То есть это то место, где бы я хотел быть, место. Да? То есть это, ну, то есть он был очень этому рад. Но недолго, ребята. Так, thank you very much. Большое спасибо. Есть у нас еще кто-то, кто еще не читал? Номерок следующий. Можно вопрос, только быстро, чтобы мы успели еще почитать. На верхней страничке там. Ну, где вы? Ну, да. Вот, а вот что такое, вот, что такое фреско? Фрески, ребят, я говорила, да, мозаика, когда с маленьких камушек выложено все, а фреска, это вот когда была такая штукатурка, она сырая еще, и на ней вот как бы вырезают такие фигуры, это как бы на этой, прям с этой сырой штукатурки и делают, как бы там рисуют на ней, да, вот фрески. А. На стене, а, то есть рисуют как бы на стене. Ну, понятно. Так. Угу. Так. Ой, я уже запуталась. Что у нас следующий номер есть? Какой у нас следующий? 14 номер, Кира. Давай, что-то... Кира. Так. Маус Линиус. Кира, с нами? Да, я здесь просто отходила. Давай. Угу, давай. Ага. Читаем. Mount Lewis called our mouse who was as big
as a car, as muscular, muscular, as a body builder. And as threatening a spirit. Угу, pirate, так, сейчас мы на него посмотрим, вот, угу, he? Told, he? Brothers... А вот здесь, да, he told. He вот told еще, him, да? Brothers, my friend Geronimus. And here is very important. I want you to give him... Special treatment. Treatment? Mm-hmm. Да. Brothers nodded. I took care of it, noblest, Monsilanius. Yes, very good. Let's translate. Давай переведем. Можно не буду переводить? Без проблем. Конечно, можно. Все, что хотите, ребят. Так, Mausilinius called over. Mausilinius позвал мышку, которая была такая большая, как машина. И такая мускулистая, как бодибилдер. Да, знаете, вот накачанные такие вот мышки. Так, and as threatening as a pirate. И такой угрожающий взгляд был, как у пирата, да, как пират. He told him, он сказал ему, Брутус, мой друг Джеронимус, и очень важный мышонок. Я хочу, чтобы ты ему дал очень, как бы сказать, treatment, хороший уход, да, то есть ты за ним хорошо смотрел. Брутус nodded. Брутус покачал, кивнул головой. Я за ним присмотрю, мой почтенный Mausilinius. О-о, по-моему, Джеронимо не повезло. Help, помогите, да? I will take care. Вот так вот. Так, подскажите, есть у нас еще номера, или мы уже закончили? Или еще кто-то не читал? Еще, следующий, 15-й. Давай, 15-й. Почитаем, Руслан. Что у нас здесь. С чего состоят у нас здесь ванны. И пойдем дальше. Руслан. Руслан с нами? Да. Давай, тебе попало это чуть-чуть почитать нам, с чего состоит ванная у нас. Entrance, так. Это что у нас entrance? Entrance это... Один, бассейн? Не, entrance это вход. Вот, entrance, вход. Вход. Нашла. Дальше. Changing room. Changing room, угу. Вот номер два, changing room. Раздевалка, да, переодевалка, раздевалка. Так, вот отсюда, сюда. Типа комната дальше. Изменения, но если дословно переводить, то на самом деле это комната переодевания. Да, раздевалка, так. Frigidarium. Так, и тут уже на английском, это на латыни, да, frigidarium. А что это такое? Cold bath. Угу. Номер три. Холодные ванны, да, то есть здесь холодная вода, вот видите, вот так, давайте дальше. Терриум, warm room. Теплая комната, сейчас мы посмотрим теплую комнату, так, 4, вот, видите, то есть сначала идешь в холод, потом в тепленькую возвращаешься, потом номер 5, вот, ребят, видим на картинке, так, что у нас номер 5? Это баня, да, наверное? А вот читай нам номер 5, number 5. Caldarium, hot bath. Да, это баня. Да, дальше. Changing room. Вот уже вторая раздевалка. Frigidarium. Это опять та самая. Холодная комната. Баня, да, потом 8. Ну, там опять calendarium. Это hot bath. Taptarium. Да. Hot bath. Теплая а уже, да? Warm room. Bathroom. Это ванная. 10 сейчас. Где у нас 10? Вот, видите, ванная. Так, 10. Дальше.
А что такое сауна? Сауна, ну это как баня, тоже такая парилка, там жарко сидишь и там паришься. Вот 11 номер. Вот. Где тут это пул. Сауна. Что такое пул? А вот смотри, пул 12. Что это такое пул? Swimming pool. Бассейн. Это бассейн или джакузи? Бассейн, бассейн, бассейн. Джим, джим. Джим, 13, это джим. Где тут у нас? 13, вот джим. А, ну это такой как, не спортзал, это как зал, да, вот джим, зал. И changing... Changing room, это опять-таки раздевалка. Да, вот такая, где тут, changing room. Так. Так, давайте дальше посмотрим. А, вот видите, common areas, желтенькие, это для всех, синенькие для мужчин, а розовый такой, это для женщин. Видите, то есть, а где тут у них, тут не разделено. А, вот, это для женщин получается, а это вот для мужчин. То есть, видите, отдельно вот почему для, не, там не, несколько бань было. Да, несколько. Повторялось, да, потому что потому отдельно что часть. Одни мужские, другие женские. Да, вот так, хорошо. Ну, давай, продолжай нам читать. Тут одни звуки без перевода. Help. Squeak. Так. Ouch. Geronimo. Okay, and now read for us a little bit. Brutus. Brutus made me wear a ridiculously tiny towel, a little too tiny of you ask me. He closed me in a hot room, a little too hot if you ask me, a perfect me purify. Purify me with steam. Steam. Then he pushed me into a pool of cold water, a little too cold if you ask me. Then he scrubbed my fur with the roof instrument, a little too rough. If you ask me. Stop, very good. Let's translate. Ага, бедный Джеронимо. Не получилось у него отдохнуть. Угу. Брутус, это имя, да? Брутус сделал мне... Заставил меня. Заставил меня носить. Что ridiculous-то? Такое? Смешно, да? Очень такое ridiculous тайне. Очень смешно. Смешная одежда. Тайне. Очень такое маленькое полотенце. Полотенце. Ужасно маленькое, в данном случае, ridiculous. Это ужасно маленькое такое полотенце. Какое towel? Полотенце, towel. Полотенце. Маленькое. Таня. Маленькое. А что такое тини? Таня, это маленькое, очень маленькое. Очень да, маленькое. Немножечко, да, меньше, чем, то есть, говорит, a little too tiny, чересчур маленькое, if you ask me. Это ты мне. Да. He closed me in a hot room. Uh-huh. Он закрыл меня в теплой комнате. Горячей, да? Горячей в комнате. Если ты скажешь мне. Как это уходит? Чуть-чуть очень, да, горячее, чем должно быть. Если ты меня спросишь, для меня это было жарче, чем нужно. Purify, очистить, чтобы почистить. Меня остим, что такое? Паром, паром. Чтобы паром начался, да? То есть как в бане запер его, так? Ему зачем стало жарко. Он меня пушит? Что такое пушит? Толкнул, пушит. Толкнул меня в баню. Бассейн, пул, бассейн. С холодной водой. Угу. Там было очень холодно. Если да. Я скажу. Но если ты меня спросишь, то было чуть-чуть даже холоднее, чем должно быть, да? Too much, то есть очень холодно, так. Then he scrubbed my fur with the roof instrument. А что такое scrubbed? Scrubbed, почесал. Почитал мою фур, что такое? Шерсть, почесал мою шерсть with rough instrument. С таким грубым инструментом.
И он был очень грубым, грубым, да? Да, если меня спросят. Да, если спросят, то чересчур, да, было. В общем, мне, в общем, не понравилось Джеронимо Стилтон. Thank you very much. Большое спасибо. Так, все прочитали или еще не все? Светлана, есть у нас еще номерки? Вроде бы все прочитали. Вроде бы все прочитали. Так, значит, можно вот сказать? Здесь мы с вами заканчиваем. Можно сказать, и мы продолжим. Я могу камеру включить, а то вы меня сегодня не видели целый урок. Конечно, скажи. Ну, я вот хочу сказать, что я не думал такого наказания. Мне наказание. Как его было трудно так делать. Ну, посмотрим, да, эти Джеронимо Стилтон Ване не понравились, как-то ему не повезло, не отдохнул он, да? Ну, да. Почти удачный отдых был. Да, ну, мы в следующий раз продолжим, почитаем, посмотрим, да, что же будет дальше. Большое спасибо, ребят, за чтение, что читали, переводили, слушали, это очень-очень хорошо. Вижу, у всех такие какие-то анимешные зверюшки, это новый какой-то тренд появился, что-то ставить, зверюшки такие, надо будет тебе поклацать. Большое спасибо, Светлана, прошу прощения, что вас задержали тоже. Ничего. Хорошего вечера, да, до следующей субботы.